Добрый вечер. Сегодня хочу подискусировать на интересную тему по поводу ремонта топливного насоса на машине Ford Connect. Ремонт весь самой топливной аппаратуры. Сначала это были форсунки и сам топливный насос, который там находится. Все ремонтировала компания вот эта, Steel Ковш. Вот их бланки на ремонт. Последним, если видим, то видно, что менялось. Получается блок управления, вот этот блок на топливном насосе. Сам насос неплохой, вот этот блок раз поменялся и неудачный, и второй раз. Снималось топливный насос на этой машине, три прокладки, еще одна мы уже выбросили, и одна стоит пять раз. Снимался, ставился. Промежуток времени, за который это все делалось, это, наверное, месяца три, наверное, да? Месяца три, то есть мы снимали, ставили, короче, долго это все, ну, может, так все сошлось, звезды или еще каким-нибудь образом, но наблатыкалось снимать топливный насос и всю эту тему буквально за, ну, наверное, за ерунду времени, закрытыми глазами можно было бы это все сделать. После этого последнего ремонта, сейчас покажу, машина проехала, у нас, включу зажигание, по-моему, 37 километров. После первый раз, когда сделали, она проехала 20 километров. Вот видите, у нас светится здесь. Сегодня пробег 37,6 километра. Запускается машина с полпинка. Работает приятно и хорошо. То есть мотор не трусит. Все нормально. Будем надеяться, что она так и будет ездить. Хорошо прогревается, не дымит. Значит, что хотелось бы сказать по поводу ремонта и всего остального. Вот сейчас хозяин вам и скажет. Я думаю, основную мысль он вам и расскажет, что у него, как на душе накопилось по поводу этого всего ремонта. Давай. Что хочешь сказать? Спасибо, прежде всего, что спасибо, что сделали наконец-то. Потому что три месяца, ну, научили меня, скажем так, складать и собирать свою машину, наконец-то, концовки я никогда не делал. Но единственное, что хотел бы вам посоветовать, если вы берете какую-то топливную, любой машины, доделайте до конца, вам будет дешевле и у вас будет намного больше клиентов. Потому что, ну, в данный момент мне повезло то, что у меня есть гараж, у меня есть хороший товарищ Рома, который это все делал. Но если бы это было СТО, ну, ребята, я бы реально, ну, я бы обращался к юристам, ну, то есть, как бы так было бы. Но так как мне, я же говорю, снова же таки, повезло, что человек помогал мне постоянно, наконец-то, надеюсь, наконец-то у нас будет все работать, все будет шикарно. Ну, то есть, ребята, ты бы нас не кинул? Не, и что мне самое большее, что вот я именно боялся после... Последнего раза, что уже все, что ребята скажут, что это наша вина, ну и туда, и сюда, и туда, и те, и другие. Ну, по факту, как бачим, топливная пришла, мы поставили, сегодня продиагностировали, и наконец-то машинка поехала. Ну, да, то есть, грубо говоря, никто не кинул, да, долго. Нет, то есть, все, фирма, то есть, сказала, сделала. Вот что самое больше мне понравилось. Угу. Ну, это... Я уже продолжу. Это мнение клиента, скажем так, с которым мы сделали. Напомню, что мы сначала сделали форсунку при ремонте, она дымила белым дымом и разным, плохо заводилась. Ну и снимать научились уже здесь, на этой машине, топливный насос, как на раз-два. Есть, конечно, куча трудностей по поводу снятия установки, но будем надеяться, что она прекрасно будет ездить. Так что всем всех благ, всего хорошего. Ничего не могу сказать про СТО Ковш плохого. Да, долго, согласен, но каждая машина индивидуальная, работа закончена, то есть каждый раз все они сделали по гарантии, то есть поменяли еще раз голову, вот это мозги, еще раз перепрошили, брали с собой, ну, мозг, то есть из машины тот, который под бардачком, это все, и каждый раз ремонт сделал вместе с ключом, в этот раз все сделали, мы довольны. Так что вам всем удачи, всего хорошего, вот так. Кое у нас было сотрудничество с СТО Ковш. Ну, дальше есть мелкие недочеты, скажем так. То есть там масло потекает с клапанной крышки, это все ерунда. Нигде потеков потопленных, почему-нибудь такого мы не выявили.
в гнойном гаражике, слава богу, закончили. Так что всем пока-пока, всего хорошего, всех благ, ну и удачи.